Всем привет! 8 августа в Любичи состоялась встреча игроков из клана «Профсоюз» в честь дня рождения клана. Меня пригласили поснимать это мероприятие для ролика, и я согласился. Место сбора было назначено у КПП 2, форма одежды, чак, штормовка и вязанка, без рюкзака, оружие ТОС. Собираться начали с половины шестого, и к 6 часам выстроилась нехилая такая шеренга. Правда, не все соклановцы смогли прийти навстречу, и тем не менее народу собралось довольно много. Честно говоря, я даже не ожидал, что в профсоюзе так много игроков. Само собой, нашлись и те, кто нарочно пытался помешать, напакостить, куда ж без этого. Но в целом все прошло хорошо. Большинство случайных прохожих не мешали, а узнав по какому поводу сбор, поздравляли профсоюз с праздником. Не обошлось и без фейлов. Коварный выстрел из РПГ вместо запланированного праздничного салюта в небе возле памятника Ленину аккуратно уложил шеренгу профсоюзовцев, чем немало повеселил как зрителей, так и самих стрелявших. Таким образом, настроение даже улучшилось. Затем перекур, общий снимок на лестнице Дома культуры и сбор в концертном зале для награждений. А тем временем Ветер Зоны и Монокль в интервью ответили на некоторые вопросы. Профсоюз был основан 8 августа 2013 года. Идея создания принадлежит сталкеру с ником Алиф. Поводов было много. Например, жалобы одиночек на клановых за необоснованный слив на караване. Еще одна из причин создания – это визуальное отличие от ПК, мародеров и кидал. Сам инициатор идеи Алиф не состоит в клане, он является только консультантом-наблюдателем. Из всех, кто был с самого начала образования, остались только два человека – это Ветер Зоны и Монокль. По сути, в клане вообще нет командования, никто никому не отдает никаких приказов. Участникам не запрещается придерживаться своей линии игры, но в рамках кодекса клана. Одиночки, собравшиеся под один клантек для более эффективной взаимопомощи. Вместо командования в клане есть совет, в который входят около 11 человек. Самому молодому около 30 лет, самому взрослому в районе 55. В совете идет обсуждение вопросов, а вынесение решения оставляем на весь личный состав нашей организации. После официальной части и награждений все, естественно, собрались в баре, чтобы отметить событие спиртом с тушенкой, как же без этого.
пылу пьянки раздавались призывы устроить массовое ПВП в подвале и другие не менее веселые предложения. В общем, я не пожалел, что пришел на встречу, несмотря на то, что из-за разницы во времени мне пришлось запускать игру глубокой ночью. Благодарю профсоюз за приглашение, было очень интересно. С праздником вас, мужики!